Уважаемые ребята, родители, учителя, все, кто собрался сегодня на Красной площади для того, чтобы повязать галстуки нашему юному подрастающему поколению. Символично, что в эти дни пионерские дружины и отряды создаются по всей нашей России. Потому что все больше и больше мы стали понимать, что в богатейшей стране по природным ресурсам главным богатством и потенциалом является человек. И как он сформируется, какими он будет награжден филогенезией, элементами развития того генетического потенциала русского народа и всего многонационального, основанного на доброте, миролюбии, патриотизме, будет зависеть судьба планеты и нашей России. И это понимая, мы сегодня желаем вам лучшим из лучших, хорошо учиться, любить нашу Россию, все делать для того, чтобы никогда в жизни не омрачить красный цвет, цвет победы, цвет созидания. С праздником вас, дорогие товарищи!